И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике подключим, значит, добавление патронов. Так, что у нас происходит по прошлому ролику? Давайте сейчас я вот это дело прибавлю, посмотрим. Так, вот такой у нас, значит, мастерсон. Значит, П английская. Идем, берем, значит, ствол. Тут еще руки я потом подправлю. Камера работает. Поворачиваемся. Единица на нампаде, стреляем. Тут нужно еще анимации, кстати, подобрать, более-менее нормальные, да, вот. Там закончились патроны, и нам нужно теперь не аптечку, а дополнительные патроны, которые мы можем взять где-нибудь там в здании или, допустим, за ящиками, да, и добавить еще там бандитов, повалить немножко. Так, Escape нажимаем, выходим с этого дела. Добавляем сюда, значит, что ствол есть, добавляем, значит, патроны. В принципе, можно настроить вот этот ствол и как бы на патроны. Он его берет потом где-нибудь, да, и как бы винтовка становится дополнительным, значит, залогом нашего вот этих патронтажа, да. Ну, давайте добавим файл, значит, импорт, FBX. И добавим знак патрона. Так, добавляем знак патрона. Вот такая штука. Он в белом канте. Давайте сделаем его в красном канте. Потому что как бы аптечка в белом, а этот, чтобы выделялся. Так, что у нас тут происходит? Так, нажимаем на патроны. Находим, что у нас, кого тут. Добавляем красный цвет. Так, а вот этот красный тогда delete. Не знаю, почему их два материала назначено. Ну, вот такая штука. Так, добавим сразу вот этой штуки кручение. Смотрите, добавляем up and добавляем always всегда. И добавляем, значит, visibility. А, это видимость, пардонте. И добавляем кручение, значит, motion. Добавляем по оси на Y и ставим троечку. Так, теперь если P мы включим, вот это все дело, вы видите, что у нас патроны крутятся. Сам патрон стоит на месте, а рамка вокруг него, значит, в одну сторону крутится вместе с винтовкой. Можно сделать в разные стороны. Допустим, это так, минус 3. Enter. Тогда ставим опять же пи, смотрим, что получилось. Видите, винтовка в эту сторону крутится, значит, знак у нас в другую сторону, мельница в другую. Так, с этим делом понятно. Так, теперь нам нужно добавить на вот этого на хитбокс, чтобы, значит, вот этот знак дополнительных патронов при столкновении с хитбоксом исчезал. Что мы делаем? Так, это пока скроем. Добавляем, значит, коллизию. Так, коллизии добавляем Edit Object. Edit Object ничего не ставим, ни патронов, никого чего. Ставим исчезать. Так, это дело мы подключаем. Сюда, значит, в Property нужно поставить, на хитбоксе есть вот это наше название. Player, вот это. И за место boolean давайте поставим целое число. Так, теперь. Так, целое число. И поставим, давайте, 10. Enter. Ну и включим вот эту галочку. Так, если накосячил, сейчас тогда изменим в процессе. Теперь выбираем нашу вот эту пулю. Можно даже ей назначить вот здесь доп. Так, на русском стоит доп. Паттер. Тоже добавим, допустим, целое число и добавим 10. Ну и включим эту галочку. Так, следом добавляем сюда у нас, как там она называлась?
Давайте еще раз посмотрю. Называется она плеер. Вот она. Название плеер. И получается, что при столкновении с боксом, то бишь плеером, да, плеер, у нас происходит исчезновение. Когда у нас происходит исчезновение, должен, значит, вот эта штука должна послать сообщение с тремя плюсами. Так. Именно плюсы. Через Shift набираем. Ничего больше не ставим. Послать должна вот это вот сообщение на текст. Посылает она сообщение на, значит, на пустышку. Давайте посмотрим, что тут это не касаемся. Это уже как бы настройка завершена по прошлому ролику, да? Так, теперь на пустышку. На пустышку мы добавляем, значит, сообщение. И на сообщение добавляем, значит, property. Все это дело соединяем и оставляем decision назначить, да? И теперь bullets, вот это будет, значит, группа с патроном, это коллекция с патроном, вот она у нас тут по прошлому ролику создана, да? И сюда добавляем 10. Добавить 10 патронов. Думаю, 10 нормально, 30 многовато. Это что, ну типа, стреляй не хочу, как бы поменьше. Можно даже 5 патронов добавлять, наверное. Так, это значит у нас на пустышку. Теперь нужно настроить нам вот эту десятку. Десятка получает, значит, тоже сообщение с тремя плюсами. Enter. И назначаем ей тоже, значит, это у нас property. На property ставим текст. И текст, значит, должен прибавиться на 10. Не забываем все это дело соединять. Так, ну, в принципе, что? Значит, у нас вот эта штука. Значит, не таблетки, а... Значит, у нас вот эта штука, значит, патроны дополнительные при столкновении с хитбоксом, вот с этим нашим, да, автоматически скрываются, исчезает она, вот эта штука. И когда она исчезает, посылает сообщение, значит, на десятку, скорее всего, с тремя плюсами, и говорит ей, добавь там, значит, в тексте 10 до десятки, значит, вот этих патронов. Вот. Она добавляет. И значит, у нас вот это. Так, где ты тут? Empty, пустышка. Получает от десятки сообщение, что, мол, прибавь патронов. Да? Вот, прибавь 10 патронов. Ну, в принципе, все простенько. Давайте теперь потестим, как это все дело будет работать или нет. Так, P английское включаем, идем, берем, допустим, наш ствол, ставим на пострелять, стреляем там, вот тройка, три патрона остается, и мы идем, и раз, у нас появляется 10 патронов. Мы опять ставим, стреляем, заканчиваются у нас патроны, все, гамми помер, и мы, короче, твою ядреную вошь, короче, мы уваливаем. По нам стреляют, теперь нам нужно что? Или аптечку взять, или бронежилет. Бронежилет тоже в следующем ролике покажу, как настраивается, что получится. Ну вот пока вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.